В столице Азербайджана почтили память погибших в результате теракта в Крокус-Сити-Холле в Москве. Моя коллега Пяри Дунемалиева сейчас находится перед зданием посольства России в Баку. Пяри, здравствуй. Здравствуй, Эльнара. Да, мы находимся у посольства России в Азербайджане, где также почтили память погибших в результате теракта в торговом центре Крокус-Сити-Холл в Москве. Простые граждане Азербайджана, представители общественности приходят к посольству Российской Федерации, возлагают цветы у здания дипмиссии, читают молитвы за упокой души жертв теракта. В посольстве приспущен государственный флаг Российской Федерации в связи с трагедией в Москве. Также открыта онлайн-книга памяти. В свою очередь, посольство России в Азербайджане выражает благодарность жителям Азербайджана за поддержку, оказанную ими после трагедии в торговом центре Крокус-Сити-Холл в Москве. Отмечу, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом. Министерство иностранных дел Азербайджана также осудило теракт, совершенный в концертном зале Крокус-Сити-Холл в Москве. Соответствующая публикация была размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X. В сообщении было отмечено, что, будучи страной-жертвой, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях. Отмечу, что власти многих стран мира и даже простые граждане выражают соболезнования в связи с терактом в московском Крокус-Сити-Холл. Напомню, накануне в Москве в концертном зале Крокус-Сити-Холл произошел крупный теракт. Неизвестные, зайдя в здание, открыли огонь в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». Затем в здании произошел взрыв и начался пожар. ФСБ России официально подтвердила, что по предварительным данным, по меньшей мере, в результате теракта погибли более 100 человек. У меня на этом все. Эльнара. Спасибо, Пяри. С нами на связи выходила моя коллега Пяри Дунемалиева.